5 мая у меня была операция, а 16 мая не стало моего отца, Гладского Андрея Александровича. Полететь на самолете в Пятигорск я не смог.
Ну-ка, сейчас, где там бутылка? О. Молодец. Ты не торопись. Ну, давай, там еще одна у нас. О. Ну, что такое? О. Молодец. Быстро ты нажимаешь. Сегодня вышли в лес пострелять. Вадик, он стреляет с пистоля. О, а он там бутылка у нас. Сейчас покажу. Вот там бутылка. Ну-ка в ту бутылку, Вадик. Ну что а ты? Уже опять закончилось. Да, ну давай поглядим. Ну-ка вытаскивай. Поглядим, есть там патроны. Ой, я не могу. А, ну сейчас мы это помаши ручкой. Вот так, сейчас снайпер у нас. Привет. У нас он уже тюльпаны быстро расцвели. А? Вот такая красота. Вот так. Такие цветочки. Вон алыча тут растет. Абрикос растет. Там в конце огорода абрикос. Черешня, все зацвело. Тепло сегодня. Плюс 17 градусов. Вот такая красота. Завтра картошку сажаем. Так, привет. Вот у нас пчелки уже летают. Тепло сегодня. Я не знаю, что это за растение какое-то. Уже вон пчелы повылазили. Это на улице я снимаю. Жара. Вот так вот. Это сирень. Уже трава большая стала. Скоро косить надо будет. Такая огромная повырастала. Ну так на улице цветут ветки. Цветочки тут такие выросли. Ну так. Пчелы попролетали. Только мало пчел. Опылять нечего. Жара на улице. Скоро все зазеленеет. Вот такая улица, все на машины попоставили. Вот так.